Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Супер Тёма! Здравствуйте, ребята! И сегодня наш зомбяра Нубяра будет покарать! В последнее время постоянно язык заплетается! Место покорять, покарать! Но это, наверное, что-то такое! Вот, как бы, оно, я знал, что будет что-то такое, поэтому, наверное, так и придумал! Короче, будет он покорять и покарать просторы Пиксельгана, ребята! Сегодня какая-то интересная такая задумка пришла в голову, и мы с вами вместе обязательно ее как бы осуществим. Так, пусть Бамбер перекувырнется пару раз, наш питомчик. Ну, опа, молодец, молодец, хорошо кувыркается. Ребят, погнали. Пока мы берем всякого баблишка тут, не помешает, никогда не помешает. Всегда берите, всегда наслаждайтесь. Да, и адамантовый всякий остальной разный. Так, ребят, вы, конечно же, обязательно, очень сильно вас просим не забыть подписаться, нажать на колоколище. И поставить мега-царский лайк. Совершенно верно, дорогие друзья. И мы продолжаем просить вас, как бы, писать нам в комментариях, чтобы нам еще поснимать. Я в прошлой серии тоже говорил, в этой тоже. И следующий тоже скажу, ребят. Потом мы как бы посмотрим, кто что сказал. И как бы будем снимать. Кстати, наш Бамбер не кувыркается, а сальто делает. Хоть кувыркается, даже хоть сальто делает. Даже еще лучше, чем ты. Так, вот, ребята, что же нам снимать, что же нам еще поиграть? Хочется что-то интересненького, знаете, просьба, только не надо там какой-нибудь пиксель страйк или пиксель топ какой-то с пикселями, мы как бы вот пиксель ган есть, и его хватит. Кстати, Тёма, я в последнее время твою работу делаю, ты как бы должен лапать, но лапаю я, поэтому ничего толкового не выпадает, да, давай вот лапни ты. А лапни ты, а то я в прошлой серии все пролапал, а только сейчас помню, что в прошлой серии я тоже все пролапал, и в этой серии тоже все пролапал. Вот теперь вот монетки нормальные. Копеечки, все будет классно. Открою. Так, дорогие друзья, но не будем тянуть резину, ну нет, еще, не, не будем тянуть резину, все, прямо сходу, ребят, знаете, что хотел? Вот или думал. Не будем тянуть. Не будем тянуть. Ребят, думал, что. Короче, а что, думали, если попробовать? Самое вот нубское. Да, вот, самое нубское оружие купить. Да. Вот самое такое. Армагеддон. Вот с третьего левела. Ну, есть нубея, ну как бы это даже не про левела пишет, не то. Ну вот еще одно есть, ну, мега нубское, но я думаю, что это тоже. Как бы, ну, давайте хотя бы. Ну, не совсем вот, такое отступное. Ну, можно сказать, что самое такое, вот прямо снизу оно, с дна. Армагеддон. Да, вот Армагеддон. Что будет, если мы его купим и попробуем использовать на 65 уровне? И, конечно же, мы давайте попробуем. Вот мы его попробовали, мы получили новый и предмет. Улучшить. И улучшим до 65-го. А у нас нету копеечек. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, какие же мы нубы. Так, дорогие друзья, ну, мы купили немножечко копеечек, совсем немножечко. Ну, на этом аккаунте мы, естественно, иногда донатим, совсем чуть-чуть, но почему бы это и нет. Это же не аккаунт без доната. Да, здесь аккаунт с донатом у нас, поэтому чуть-чуть задонатили, купили чуть-чуть копеечек, совсем чуть-чуть, ребят. И вот давайте мы их сюда впаяем. Опа. Впаяем, вот, у нас новый Армагеддон. Он как бы вот, ну, практически до последнего, все, вот уже. Вот, ну что ж, теперь останется вставить в него вставочки и погнали кошмарить. Так, дорогие друзья, классический бассейн. Залазим в классический бассейн и посмотрим, что ж тут такого может сделать наш... А, против всех? Ну почему бы и нет? Давайте против всех. Ой. Против всех, так против всех. Давай, кошмарь. Тём, ты только не стесняйся нажимать кнопочку, как бы... Я нажимал, он раньше пускает. Как раньше? Раньше, чем ты нажимаешь? Так, о, видишь, даже убил кого-то, даже кого-то убил. Даже прицелился, Тём. Даже прицелился. Опа-опа, ты имей в виду, ты что-то медленно бегаешь с этим вообще, капец. АФКшник? Нет, что-то не меня. Почему ты его не убил тогда, интересно? Давай, не отвлекайся. Не, походу, что-то совсем не то, да, Тём? Перезарядка очень тяжелая, поэтому надо... Как бы вот попал, выстрелил и все. Вот, убил и убил. Все.
Вот, убил и убил. Все. Не, Тём, это просто руки из другого места, как бы, когда не определяются, тогда бывает нехорошо. Видишь, как очень классно. Очень-очень хорошо. А может быть, забыл... даже оставим Гармагеддон этот. Да, я забыл, короче, Тём, что ты с тяжелым не дружишь там. А мы сейчас еще поиграем, сразу же опять же поиграем. Ничего, то, что закончится, то, что мы зашли, уже практически оно закончилось. Вот. Успел. Если ты не попал, ты не попал. А так как ты целишься всегда в туловище, то, естественно, в 99% случаев ты не попадаешь тяжелым, так как оно медленное. Вот, Тём. Поэтому тут или в стену, или под ноги. Или под ноги. Вот, под ноги, и все нормально. Все, красота, шикардос. Опа, убегай, убегай, Тём, убегай, убегай. Убегать надо. Я убегал. Там сзади кто-то тебя убил. Давай, давай, давай еще раз. Давай. Вот. Вот, правильно. Правильно. Не по нему, а по интерьеру, так скажем. По стенам, по полу, по шкафу, где он рядом стоит, по ботинкам, вот где-то так. А шанс того, что ты попадешь ему в голову и как бы убьешь, очень невелик. Ну, разве только сблизи. Вот. Я тут чувствую, что тут, ребята, это вот неплохое, знаете, самое нубское, самое адское, самое первое оружие, можно сказать, вообще в карьере любого пиксельганщика. Но, стреляет неплохо. Единственное, что это как бы вот он выстрелил свои три патронки и все. Кстати, почему 3-4 же? Ты уже один раз выстрелил. Да, один раз. А, ты как бы сходу. Ну, имей в виду, Тём, у тебя всего лишь есть 3 патронки, 4 патронки. Все, ты их потратил и все на этом. Ты уже труп после этого. Поэтому как бы имей в виду, что надо делать, естественно, чтобы был хорошо. Так, вот, давай, 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 там вдали кто-то был. Сейчас придут. Уходи, 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 Тёма, уходи. Уходи. Ух ты ж, аж затаил я дыхание. Смотри, я тоже. Как Тём убивает бармаглотов всяких. Вот, Тём, видишь, он поэтому прыгает. Он прыгает вверх, вниз, чтобы ты его никак тяжелым не замочил. Ой. Вообще. Поэтому надо подножки, подножки, всем подножки. Подножки ставить. Подножки, под ушки, под ручки и остальные подручные средства. Что у нас тут? Кто-то кошмарит. Но это был не ты, Тём. Это был не ты, кто-то другой. Так, сейчас заходишь и смотри, кто тут. Никого, надо же. О, зато тут много товарищей. И все нас убили. Много товарищей и убили нас все, как бы. Но мы тоже родились и тоже кого-то убили. И нас убили. Ну, такова жизнь пиксельганщика, дорогие друзья. То ты тебя, то тебя они, то их другие. В конечном итоге постоянно все друг друга кошмарят и лохматят. Кстати, я у него забрал фраг. Забрал фраг. Я мне сначала показалось, забрал флаг. Я думаю, с какого перепуга мы флаги играем. Ну да, Тём, ты выпустил, естественно, все свои патронки выпустил так куда-то, непонятно куда. А когда пришло время убивать, у тебя не оказалось патронок. Там только он родился. Конечно, хочется его убить там. Но, Тём, я тебе скажу, что там... У них есть преимущество. Они рождаются и всех кошмарят. Он туда пошел. Вот так. Вот там их целое стадо гуляет. Нет. Пока мы дошли, все улетучились. Давай, давай. Не успел. Палец Тёмы не успел дотянуться до спускового крючка. И нас убили барбонавторы. Так, ну... Ребят, не забываем, что у нас самое-самое нубское оружие всех времен и народов. Почти что. Да, конечно, оно легендарное, но, как видим, на 65-м уровне даже копалкой можно убивать. Лишь бы вот стрелять. Еще, если бы Тём еще нормально стрелял, ребят, мы вообще тут, наверное, капец, как хорошенько бы вперед подошли бы. Давай, 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 давай. Вниз, вниз, вниз. Вот, давай. Так, ну, бой закончился с переменным успехом, но мы все же кого-то, дай, поубивали, ребят. И давайте. Сколько? Я не знаю, но человек 10 убили. 15, ребят, мне неплохо. Дорогие друзья, как мы видим, даже такое нубское оружие, да, которое на самом деле... Показал.
стоит несколько копеечек, там, и несколько копеечек стоит его проапгрейдить, как совсем фигня. Но, да, даже имея очень-очень стесненные финансовые, как бы, так скажем, активы, вы можете заиметь очень крутое и прикольное оружие. Да, оно, конечно же, не мега там супер, но жить вполне можно. Ну, а вам, дорогие друзья, огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик. Ставьте мега царский лайк. Всем пока-пока, дорогие друзья. Всем пока.